Мне нужна перезагрузка. Милая, ты чего? Мне нужна перезагрузка. Друзья, отправляйте и вы ваши ролики на тему «Мне нужна перезагрузка». И лучшие из них мы покажем в YouTube-версии программы. Да, все правильно. Пора, с ним там запахло. Или... Давай. Это моя камера. Двух одинаковых путешествий в один город не бывает. Доказано перезагрузкой. Настало время вернуться в новый свет. В новом сезоне мы устроим большую перезагрузку Америки. С самого юга до крайнего севера. Нас ждут бетонные джунгли и стеклянные озера, горы льда и моря из песка. Мы оседлаем океаны и опустимся на самое дно. Уже совсем скоро в новом сезоне «Орел и Решка. Перезагрузка Америка». Не жарко. Я, знаете ли, как-то юга себе по-другому представлял. Антох, я тоже. Привет, друзья! С вами Орел и Решка. Перезагрузка! И мы начинаем новый американский сезон. Ты готова? Антош, с тобой хоть на край света. Ты знаешь, Настюш, мы уже здесь. Да. Мы же прилетели на огненную землю, в город Ушуайя. Вот если взять карту, да, вот мы тупо в самом конце, вот дальше только Антарктида. Ура! Орел! Решка! Привет, Ушуайя! Ну, естественно! Антоха, поздравляю! Начало второго сезона с того, что ты роняешь монетку. Орел! Решка! Привет, Ушуайя! Поймал. Молодец. Решка? Да. Новый сезон! Все, давай, Антон, береги себя, ладно? Ты тоже. Люблю тебя. Как друга! Как друга, понял, братан! Можно уйти уточнять. Между нами ничего никогда не будет! Ушуайя – самый южный город на планете. Он лежит на острове Тьерра-дель-Фуэго, но мы привыкли называть это место «Огненная земля». Для кого-то это конец света, а для нас это только начало. В прошлый раз мы прилетели на огненную землю в самый разгар местной зимы. И ничего, кроме снега, толком не увидели. Перезагрузка дождалась лета, когда эти места снимают белые одежды. Сегодня мы с вами будем любоваться самыми южными пейзажами нашей планеты. От аэропорта до
центра каких-то 5 километров. Поэтому такси стоит относительно недорого. Но говорят, по дороге в город открываются потрясающие виды. Так что нет смысла бросать на ветер 7 долларов. На самом деле, 4 года назад Коля тоже пилил от аэропорта пешком. И тогда была зима, а сейчас лето, красота. Так что я тоже смогу. Когда у нас зима, в южном полушарии лето. Но как-то я по-другому представлял себе лето на югах. Тут хочется не в плавках ходить, а в три шубы укутаться и вместо панамки шапку до носа натянуть. Не цветет сирень, шашлычки никто не жарит, только губы синеют, и говорить все сложнее и сложнее. Но все-таки лето – это самый удачный сезон для посещения этих суровых мест. Потому что зимой тут царит полярная ночь, и день длится всего 4 часа, а летом наоборот – светло целых 20 часов. И можно рассмотреть всю эту красоту. Если бы не ветер и плюс 3, казалось бы, что я иду на фоне фотообоев, да? Несмотря на то, что на огненной земле почти лето, во что крайне сложно поверить, от этого места можно ожидать чего угодно. Поэтому туристы с деньгами может спасти только мощное вездеходное транспортное средство. Ну вот что-то типа такого. Вам, конечно, сейчас смешно, потому что вы вспомнили, на каком броневике рассекала Рекима в прошлый раз. Но минус в том, что дают его только с водителем. А если хочешь сам погонять по красотам огненной земли, то дают вот такой бюджетный внедорожник. Идиот! На краю света. Самый южный город на планете зовется Ушуая. Это небольшой приморский городок, который спрятался от всего мира за могучей стеной из гор и льда. Ушуая богатому путешественнику ничего интересного предложить не может. А вот ее окрестности полны приключений. Поэтому я на своем джипе отправляюсь в тур по всей огненной земле. Меня ждет самый южный поезд. Удивительные магеллановые пингвины. Вершины гор. И ледяная пещера. Спустя час я дотопал до города. Посмотрим, что представляет из себя Ушуая. Так, городок невысокий и компактный. 100 шагов направо и набережная. 100 шагов налево и горы. А посередине главная улица Сан-Мартин, которая по количеству магазинов, наверное, обогнала Париж или Милан. Нужно понимать, что Ушуая – это город, созданный для туристов и живущий исключительно за счет туристов. Вот все здания здесь – это либо кафе, либо магазины со спортивным снаряжением. Глядя на дресс-код ушуайцев, никогда не скажешь, что у них наступило лето.
think your shoes are sick. Все выглядят так, будто только что слезли с лыж. Теплые лапти и куртка на 3 размера больше, чтобы влез свитер из альпаки. Вот casual одежда для жизни на краю света. А это вообще неслыханное кокетство. Вместо теплых валенок женщина надела сапоги на каблуках. Это первый случай за 5 лет, на секундочку. Мы с золотой картой решили начать наш тур с поисков ночлега. Кто его знает, когда я вернусь обратно. Искать у Швая дорогой отель – пустяковое дело. Их тут аж 3! Но только в одном из них останавливался сам Леонардо Ди Каприо. Во время съемок фильма «Выживший» всю звездную команду киношников принял отель «Аракур». «Аракур» стоит на вершине горы. Остановиться здесь – это как залезть в гнездо орла, с которого открывается панорама на заснеженные Анды. Hola. Thank you so much. Is it true that celebrities stay here? Yes, of course. Yes? Yes. Good. Keep coming. Okay, thank you. Ну а что, будет теперь еще на 1 звезду больше. Ну какой я могла выбрать номер в отеле, где останавливался Леонардо Ди Каприо? Конечно же, номер Леонардо Ди Каприо. Да, самое красивое, что есть в этом номере, это легенда о Леонардо, который спал на этой кровати. А так, крохотный и стандартный номер на твердые 4 звезды. Что ж, минимализм — это наше все. Даже не понимаю, почему этот номер выбрал Леонардо Ди Каприо. Хотя постойте, ну конечно. Конечно, он выбрал этот номер, потому что здесь есть окно из ванны сразу в комнату. Я прям представляю, как там лежит какая-нибудь одна из тощих его моделей и такая в пене, такая «Hello, Леонардо!» Он ей такой «Hello, Жизель!» И она такая думает «Боже, когда-нибудь он на мне женится, и мы родим кучу детишек!» Но нет! Но я думаю, что так как этот отель находится очень высоко, самая главная фишечка его находится вот за этими шторками. Поехали. Вуаля! А как открыть шторы? Спасибо, Артем. Это настолько крутой вид, настолько здесь уютный подоконник, что вот так вот шерстяные носки, еще какаушка. И все мысли о нем. Ну, об Антоне, разумеется. Как он там, бедненький, на морозе? Хотя кого я обманываю? Конечно же, мне все равно. Вы только посмотрите. Чума. Одна из главных фишек, которые заманивают дорогие отели Ушуаи, это горячее джакузи на открытой террасе с видом на горы. Но к приезду Регины джакузи не успели подогреть. Ой, мамочки, боже, как холодно! А! Ой! Ну что ж, попытка номер 2. Гоню в бассейн! Просто блаженство! Она как парное молочко. Конечно,
Конечно, в таком отеле нет ничего супероригинального. Но поверьте, не зря богачи отдают за это $1000. Это один из самых сладких моментов в жизни. Первое, что нужно сделать в Ушуае, поменять доллары на местную валюту – песо. Сегодня по банковскому курсу за $1 дают почти 17,5 песо. Но вы же помните, что в прошлый раз Коля советовал менять не в банке, а у дядюшки Ли. Дядюшка Ли – подпольный меняло, который 4 года назад менял доллары по курсу на 25% больше банковского. Так что пойдем к нему. Здравствуйте. А где я? Я от Коли. Я от Коли, который 4 года назад менял здесь у вас доллары. Ну, Коля высокий такой. Дядюшка Ли. Мне нужен дядюшка Ли. О, дядюшка Ли, здравствуйте. Здравствуйте. Ого, у дядюшки Ли тоже произошла перезагрузка. Поменять можно у вас? Доллар. Доллар. Да? Ну, конечно, можешь. Но по такому же курсу, как в банке. Да. Халява закончилась. Дядюшка Ли рассказал, что он теперь не подпольный меняло, а добропорядочный бизнесмен. И меняет деньги, как в банке, и не на песо больше. Итак, представляем вам топ бесплатных развлечений Ушуаи. Правда, они особо не изменились за 4 года. Это пингвины на стене. Табличка «Fin del Mundo» и штамп в паспорте. Я был на краю мира вместе с пингвинами. Ну, как бы с пингвинами я не был, но этого же никто не знает. В паспорте все есть. Standing here, crisp and clear, with half a smile. Мой тур по огненной земле начинается с самой южной железной дороги. В этих краях есть виды и достопримечательности, до которых на внедорожнике не добраться. Поэтому туристов туда отвозят. А вот такой вот миленький поезд. Ту-ту! В самом южном поезде вагоны трех классов. Эконом с трехместными мягкими лавками за $45. Первый класс с такими же лавками, только еще со столами за $80. И премиум-класс с лавками, столами, личным проводником и горячим обедом за $100. Ну а я выбрала супер-вип-класс и арендовала себе целый вагон, чтобы побыть наедине с природой. Ну что, зажиточное путешествие объявляется открытым. As we gazed on northern light, settled by the canyon. Когда едешь по самой южной железной дороге, кажется, что еще чух-чух, и поезд перенесет тебя из реальности прямо в кино. В эти края ты бы никогда не доехал на машине и тем более не дошел пешком. Путешествие на поезде – единственный шанс увидеть все эти нетронутые человеком красоты. А еще больше поражает, что здесь есть какие-то дикие птицы, дикие лошади. И ты видишь, вон они просто гуляют. Эту сказочную картинку мог придумать только ребенок. Поднимаешь голову – заснеженные горы. Опускаешь – одуванчики. Звенят ручьи. Все самое красивое в этой жизни создает природа. Единственное, что омрачает этот волшебный мир – это прошлое самой южной железной дороги. Ее построили каторжники. И, как вы понимаете, не туристов развлекать,
а рубить и вывозить лес. Настя, я тебе больше скажу. Каторжники построили не только самую южную железную дорогу, но и всю Ушуаю. 100 лет назад сюда ссылали самых опасных преступников и рецидивистов. Получается, что Ушуая – это такой себе аргентинский Магадан. В середине прошлого века тюрьму закрыли и стали развивать туризм. А заключенных сделали чуть ли не главным символом наравне с магеллановыми пингвинами. И знаете, на этой теме они неплохо наваливаются. Они не просто не парятся на тему того, что у них здесь были, ну, зоны, мягко говоря. Они делают на этом деньги. Просто посмотрите. 430 песо. Маленькая фигурка зэка. А еще все советуют сходить в главный музей Ушуаи. Самую южную тюрьму. Заключенных здесь перевоспитывали трудом, вывозили строить город и валить лес. Жили узники в нечеловеческих условиях. Здесь очень холодно, прям настоящий дубак. Даже эти буржуйки, уверен, не спасали. Я, честно говоря, ну, я просто не знаю, как здесь люди жили. Хотя жизнью, конечно, это можно назвать только с очень большой натяжкой. Но и сами заключенные были не божьи одуванчики. В этой тюрьме отбывал пожизненный срок Симон Радовицкий, террорист, который подложил взрывчатку в автомобиль начальника полиции Буэнос-Айреса. Каэтано Сантос Годино по прозвищу «Ушастый гном» в возрасте 16 лет убил 4 детей, покушался на 7 и поджег 7 домов. Когда его поместили в самую южную тюрьму, он убивал любимых котов заключенных, за которых его забили до смерти. Если отбросить все эти душераздирающие истории, то музей как музей. За $23 тут могло быть и поинтереснее. Ушуая – это отправной пункт всех экспедиций в Антарктиду. Минимальная стоимость такой экспедиции – $5000 с человека. Но есть на краю света и другие экскурсии. Ну надо же чем-то заниматься, пока ждешь неделю свой корабль. Чувак, иди сюда, я тебе сейчас такое покажу, ты просто офигеешь. Сюда, давай. Экспедиция в Лагос. 2100 песо, $130. Экспедиция на канал Бигл, $100. Национальный парк, $1100. Это $70. Как бы богатый курорт для очень небюджетных туристов. Но выход у бюджетного туриста есть. Не брать экскурсию и самостоятельно отправляться на трекинг в национальный парк. Без гидов, без карт, без маршрутов. Просто сам иду, сейчас покупаю продукты и отправляюсь, куда глаза глядят. Погнали. А что это гэка? Не знает никто? Может, по тексту поработаем, ребят? В Ушуае на $8 можно затариться на 2 дня. Хлеб, 2 сосисок, 2 баночки тунца, суп, спагетти и бутылка воды. Так, а теперь мне нужен набор туристов. Спальный мешок. Палатка. Каремат. Штука, на которой лежат вообще. Нормальный шопинг. А мы с золотой картой продолжаем тур по огненной земле. Главная достопримечательность Ушуаи – это колония магеллановых пингвинов на острове Мартилья.
Плыть туда 50 минут на туристическом кораблике. Магеллановым пингвинам нужно плыть по проливу Бигля. Волшебное место. Здесь встречаются воды Атлантического и Тихого океана. Здесь плавал сам Чарльз Дарвин. Всего в 1000 километров отсюда лежат ледники Антарктиды. Вот до сих пор не могу привыкнуть, что я на самехоньком юге. А здесь такая суровая северная красота. По дороге к пингвинам туристам покажут еще парочку самых южных диковинок. Самый южный маяк. Десятки самых южных островов. И еще один неожиданный южный сюрприз. Ядреный макарек! Это же котики! Класс! Там детеныши! Самые южные морские львы ничем не отличаются от обычных морских львов. Ревут так же и воняют так же, как 1000 тухлых рыбешек. Эй, ребята! Вонючки! Национальный парк «Огненная земля» — это 630 гектаров густых лесов, сотни туристических троп, десятки видов животных и птиц и бесконечное множество рек, озер и живописных долин. Из города в парк можно дойти пешком, но топать придется 4 часа. Так что не стесняйтесь и занимайтесь хитчхайкерством. То есть путешествуйте автостопом. Это потому, что у меня палатка? Ловись! Ну! Чуть руку не отбила. Успокаивает, что я не один такой везунчик. Туриста из Токио тоже никто не подбирает. Окей. So you're going? Going further? Yeah. Okay. Because I think with 4, I think it's difficult. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Сашка, оператор, спугнул нашего японского друга, потому что сказал, втроем ловить тачку — это сложно. У одного у меня больше шансов. Саша, ты всегда мне мешаешь. Даже здесь. Ну ладно, ладно, что ты обиделся? Давай, возвращайся, медведи там. Давай, давай. Давай, давай, давай. To the national park. Yeah, I think the entrance. Yeah. Oh, thank you. Vamos. Наш старый дружок. На стареньком ленд-ровере мы турим национальный парк Терра дель Фуэго. Ух! С ветерком. Мы приближаемся, знаете, к кому? К пингвинам! Корабль причалил на остров Мартилья. Thank you. Это дом, где живут магеллановые пингвины и пингвины Папуа. Посмотрите, как много. Эй, приветики, пистолетики. В жизни пингвины такие же неуклюжие, косолапые и смешные, как нам показывали в детстве в мультиках. Но только в мультиках нас учили, что пингвины живут на льдине. А тут, смотрите, греются на камешках. Плещутся в водичке и даже щипают травку на лужайке. На самом деле это так удивительно, что можно стоять с ними буквально на расстоянии вытянутой руки, и в большинстве случаев они не убегают и людей не боятся. Все, встал. Ты не убегай, пожалуйста, но я не буду тебя трогать. Я ничего тебе плохого не сделаю.
Привет. Если приплывете в декабре, по местному в июне, попадете в пингвиний роддом. Пингвины Папуа высиживают яйца в гнездах прямо на земле и накрывают их пузиком. А Магеллановы прячутся в норке. Пингвины – очень преданные животные. Папы не бросают мам, когда они высиживают яйца, а чередуются с ними. Пока один родитель сидит, второй ходит размять спинку, покупаться и поймать свежие рыбки. Пингвины страдают топографическим кретинизмом и после прогулки забывают дорогу домой. Чтобы найти свою вторую половинку, пингвин начинает истошно орать. Удивительно, но среди тысячи орущих пингвинов жена пингвиниха всегда узнает своего мужа-пингвина. Честно говоря, этот остров мне больше напоминает семейный, потому что пингвины высиживают, греют яйца, все на сносях, все на релаксе, все отдыхают. Hola. За вход в парк с вас дерут целых 20 баксов. Но зато в эту стоимость входит полянка для ночлега и карта местности. Национальный парк «Огненная земля» — это ходить, смотреть и восхищаться. Восхищаться величием и безмолвием этих мест. Наслаждаться звуками природы без машин и людей. Вдыхать кристальный воздух, который несет горный ручей. Вот живешь ты в своем 21 веке, пилишь селфи, ездишь на электрических машинах, а потом попадаешь сюда и забываешь обо всем. Чувствуешь себя частью настоящего, и это настоящая природа. Территория настолько огромна, что весь парк не обойти и за неделю. Поэтому, если у вас всего 2 дня, советую сразу посмотреть главную достопримечательность – лагуну Берда. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Вот это не тот вариант, когда нужно кричать. Абсолютно. Просто посмотрите, какая красота. Я пришел в центральную зону парка. Только здесь разрешено ставить палатки и разводить костер. Здесь граду быть! На самом деле для меня же это большая честь. Я же еще маленьким смотрел, как Андрей Бедняков в Алесунге ставил палатку. Сегодня я повторю его путь. Андрюха, не подведу. У меня тут небольшая поломка, ребзики. Тут все на испанском. Да это вилла получается просто. По огненной земле не будет засчитан, если не посмотришь на нее с высоты. Ну что, на поезде прокатилась, на кораблике поплавала, на машинке покаталась, осталось полетать. Hello. I'm Boris. Boris. Yeah, Boris. Анастасия. Anastasia. Nice to meet you. Yeah, Anastasia. Oh, good. С
Слушайте, мне это не нравится. Мой пилот выглядит очень юным. Но чтобы вы понимали, он только что заводил этот кукурузник по инструкции, по тетрадке. Это реально меня напрягает. Может, не полетим? Короче, Артём, знай, пожалуйста, что мне было прекрасно с тобой работать. Ты снимаешь гениальные, потрясающие кадры. Я тебя очень люблю и прости меня, если что не так, ладно? Через 5 минут мы оказались в царстве белого безмолвия. Полет над снежными шапками – это самая захватывающая часть тура по огненной земле. Прям хочется сказать: ущипните меня! Хорошо. Душевно. Только сосисок не хватает. Но вы же, наверное, знаете эту историю, почему огненная земля называется огненной землей. Плыл Магеллан, увидел костры, которые возникали просто как маленькие звездочки. В итоге вся земля просто как будто пылала. На самом деле это индейцы просто жгли костры. И вот сейчас, спустя сотни лет, эта земля такая же огненная и также переливается огнями. Удивительно, что город на отшибе мира освещен как Нью-Йорк. Друзья, сегодня у меня был просто волшебный день. А сейчас пора идти спать. Так, будильник на 5 утра, чтобы не пропустить рассвет. Вроде все. Те, кто был в Ушуае, советуют не пропускать рассветы, потому что они здесь неземной красоты. Где рассвет? Оказалось, за красивыми рассветами нужно приезжать зимой, когда на огненной земле стоит полярная ночь. Тогда можно увидеть, как небосвод взрывается пурпурно-розово-малиновыми красками. А не вот эту вот грусть. Встал в такую рань. Спать. У меня есть уникальная возможность посмотреть на такое редкое явление, как ледяная пещера. Высоко в горах, в долине Андорра, обитает тысячелетний ледник Винчигуэра, где от человеческих глаз скрываются бирюзовые, как топазы, ледяные пещеры. Конечно, многие из вас могут подумать, что это занятие не для богатых, но мне безумно хочется на все это посмотреть. Тем более, что ледники активно тают, и через 10 лет ее может просто не стать. Без гида отправляться в ледяную пещеру запрещено. Оля. Оля. Настоящая.
Путь в пещеру занимает 6 часов. И лежит он не по асфальту с указателями, а по вязким торфяным болотам, через дикие леса и крутые заснеженные склоны. Конечно, тут без GPS не обойтись. За мой GPS с внешностью молоденького аргентинца я заплатила 300 баксов. Вы скажете, что можно было арендовать вертолет и долететь на ледник за 20 минут, но тогда бы я не увидела столько дивной красоты. По дороге гид рассказал много интересного. Например, вот эти сухие деревья, которые похожи на локацию из фильма про апокалипсис, сделали не руки художников-постановщиков, а зубы бобров. Всего 70 лет назад сюда завезли 50 пар бобров для развода пушнины, а сейчас их уже 100 тысяч. И только посмотрите, что они натворили. Беспредел. А еще гид делает остановки, чтобы напоить уставшего путника талой водой из ручья. You can drink this fresh water for you. Может, я здесь останусь? Потом сфоткаешь мне ледники, покажешь. Я покидаю национальный парк «Огненная земля» ради свидания с Эсмеральдой. Ну, правда, не с девушкой, а с райским озером Эсмеральда, которое приютилось в долине между двух широченных скал. Эсмеральда, твой горбун мчит к тебе. Чтобы добраться до райской лагуны, нужно пройти адский трип. Утонуть в грязи, заблудиться в дебрях и пару раз вспомнить номер своей медицинской страховки. Курс молодого бойца. Чтобы не сбиться с пути, на деревьях наклеили вот такие синие значки со стрелочками, которые указывают на дорогу. Ну, в принципе, нашему человеку к такому качеству дорог не привыкать. Вот мне нравится, что все время самая грязная работа в перезагрузке, она всегда достается мне. Настенька сейчас будет в тепле, в чистоте, в сухоте. Класс, класс, good, люблю такое. Я затекаю, у меня затекает все в эти носочки. Жестко. One more. Is this is normal? Yeah, sometimes we lose the boots and all of that. Oh. Оказывается, вязкая грязюка по колено – это не самое страшное испытание на пути к ледяной пещере. Гораздо опаснее скользкие корни деревьев, по которым нужно карабкаться буквально на четвереньках, еще и под углом в 45 градусов. Фух, что-то я уже не хочу смотреть на эти ледники, пусть они уже растают. Антон, это тебе не по лужам прыгать. Настя, ну у тебя хотя бы гид есть. А я уже заблудился и наматываю третий круг возле этого дерева. Так что останешься ты единственный ведущий «Орел и Решка» перезагрузка.
О чем, кстати, Настенька уже давно мечтает. Знаете, мне кажется, что мы в перезагрузке незаслуженно обходим этот жанр, поэтому я сейчас справлюсь. Итак, ушвайские частушки. Как-то раз на веселе шел по огненной земле. С баулами по Патагонии у меня совсем агония. Грязи полные штаны, крипатурка, комары. Вот такой вот трип в конце местного мая. Ушвая, а ты прикольная такая. Вот он. Вау. Я шел сюда 2,5 часа через эти болота, топи. По-моему, оно того стоило. Эсмеральда переводится с испанского как изумруд. Если зайти в интернет и посмотреть на фотки, можно увидеть, что вода в озере переливается всеми оттенками бирюзового и изумрудного. Но иногда места, которые нас очаровывают в интернете, в реальности выглядят не совсем так. Честно говоря, ну, конечно, немножко разочарован. Знаете, я, наверное, пойду вниз. Спустя 5 часов пронизывающего холода, ледяных дождей и ветряных бурь, ты понимаешь, что все это не зря, потому что оказался на вершине мира. Вот она, пещера, ради которой все это было задумано. Я по-другому немножко себе это представляла. Наверное, Мариана пошутил. И где-то за углом меня ждет сказочная пещера, как у Коли на Аляске. Здесь так красиво, что на ум приходит одно нехорошее слово. Но, судя по всему, Мариана не пошутил. О, Господи, дошли. Какая же это ледяная пещера? Это нора из грязного льда, в которой еще и опасно находиться. Во-первых, на голову может ляпнуться сосулька. Во-вторых, летом лед очень быстро тает и в любую секунду может дать трещину, и пещера обвалится. Или вообще запишет какой-то дикий голодный зверь. Вот вы, наверное, спросите меня, зачем нужно было проделывать весь этот сложный путь? Для чего? Для того, чтобы посидеть под этой льдиной? Но, друзья, это все того стоило, потому что, пока ты сюда поднимаешься, ты видишь невозможные красоты, просто нереальные, фантастические. Маршрут этот бесплатный. Единственное, за что я заплатила, это за гида. Поэтому отыграюсь я своим ланчем. И это будет не какой-нибудь там сэндвич, а всего лишь королевский краб и шампанское. Money talks, money shouts. Эть. Don't take much to hear. Like it or not. Ну что, Мариана, между нами тает лед? Смотрите, сколько мяса. Тут просто нереальное количество. Просто фантастика, ребят. Если зажмуриться, можно представить, что это какой-нибудь краб. Не, не получается. Консерва, она есть консерва. Да, долго, конечно, здесь не просидишь, потому что очень холодно, поэтому я думаю, что мы сейчас быстренько все доедаем
и всего каких-то 5 километров идем обратно. Окей. Дамы и господа, охота на $100 объявляется открытой! Ловите координаты сокровищ в самом южном городе мира. Шоссе Луис Педро Фике, аэроклуб Ушуая. Ищите выставочный самолет «Армада Аргентина» и от него топайте к белому заборчику. В кустах надежно спрятан клад. На первый взгляд, Ушуая – это самое неприветливое место на планете. Но вы сделаете большую ошибку, если не приедете сюда. Приветики, пистолетики! Сюда стоит приехать даже ради банальной фотографии с табличкой, чтобы в старости показывать внукам точку на карте, где вы эту фотографию сделали. У меня тут небольшая поломка, ребзики. Чуть руку не отбил, а? Это как и открыть шторы? Саша, ты всегда мне мешаешь. Вонючки! Ну, естественно! Hello, Леонардо! Новый сезон! Новый сезон! Алло. Ну что ты где? Я буду через час, слышишь? Даже через полтора. Час-полтора? Так, понятно, давай. О, подожди, стой, это не он? Антох, ты что ли? Ты почему такой грязный? Слушай, это долгая история, я был тут в лагуне Эсмеральда, замыслился, но фоточек красивых наснимал. Увидишь, офигеешь. Слушай, я замерз, можно я тебя погреть немного? Ну, не знаю, у меня тут вообще-то так чисто. Ты очень осторожно. Хорошо, да быстро, да успокойся. Ты мне сиденье, в конце концов. Замерз. Закрывай, закрывай же, быстрее. Тут... Слушай, ну я такого насмотрелся там. И что ты видел? Да куча там, вообще там такие осёны.